Все активные и позитивные покровчане встретились на бесплатных занятиях по сальсе. В Энгельсе для всех желающих организовали экспресс-курс зажигательных латиноамериканских танцев. Ритм сальсы прочувствовала наш позитивный корреспондент Надежда Маско. Сальса – зажигательные танцы, пришедшие к нам с Кубы. Кстати, название танца переводится как «острый соус», а значит, нас ждут сегодня жгучие танцы. Уже не терпится самой попробовать. Что ж, вперед! Вот так выглядит один из самых жгучих танцев в России. Ну, вернее, в России он недавно, но так выглядит самый жгучий танец. Сальса – это достаточно новый танец в России. В Саратовской области он всего 6-й год. Танец классный, он популярный, он интересный, он заводной. Кто знает, может, мы сегодня научимся? Красота. Раз, два, три. Вернулись и потом назад с правой ноги. 5, 6, 7. В принципе, ничего сложного. Но в ногах я пока еще путаюсь. Но ничего, хорошо танцевать я стану только к лету. Ну, как там пообещали. Так что запоминаем все шаги. Раз, два, три. 5, 6, 7. Вы волнуетесь? Нет? А я волнуюсь. Ой, начали. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Вперед, назад. Ой, ой. Вперед, назад. 1, 2, 3, 5. Вы уверены, что вы кукарачу танцуете? Не очень. А вы готовы в паре танцевать уже? Да, конечно. Ой, да. А я еще не готова. Я не пойму, мне парня досталось? Мальчишки, вы что? Я же здесь. Ну да, я вот уже заняла. Тут главное успеть. Раз, два, три. Левую руку поднял, поворот. Нет, если что, я могу присесть. А, ну. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Мне кажется, я так отличаюсь от всех. Или наоборот, все отличаются от меня. Ой, со мной хочет поцеловать. Ой, поцеловать. Занятия сальсы подошли к концу. Нам удалось полностью окунуться в острый соус с головой. А с вами была Надежда Москов, специально для РЕН-ТВ Саратов.